Кто водит эту машину? Какой? Вот это. Я водитель. Предоставьте, пожалуйста, удостоверение свое. Вы кто? Представьте себе. Я еду, вы сделаете, что аварийную ситуацию. Вы сидите в режиме патрулирования. Не режиме. Я перед, да. Я перед автомобилем перестроился, вы начали валили по тормозам. Какого хрена? Какая разница, кто я такой? Кто вы такие? Какая разница? Кто вы такие? Вы представьте. Закон про национальную полицию. Под закон про звернение громадян, будь ласка. Какой закон про звернение, что ты лепишь? Слушай, блин. Покажи удостоверение, тебе говорю. Ты что, больной? Ты что, аварию что я тут чуть не сделал, блин? Ты есть в режиме патрулирования, я перескрылся, ты увалил по тормозам, блин. И начал там крякать. Вы бачили, что а ты откуда я мог увидеть, что ты его сопровождаешь? Объясни, как ему? Вы бачите, да он хрен знает, где был вообще. Слушай, покажи удостоверение, блин. Что? Удостоверение что покажи. Покажи. Удостоверение покажи. Успокойтесь нормально. Василас Пудрин. Я тебе не буду поставляться. Василас Пудрин. Кто вы такие? Кто вы такие? Представьте. Гражданин Украины. Кто? Какая тебе разница? Какая тебе... Я тот, кто твоих коллег на колбасе взял в киевских. Да? Узнаешь такие, блядь? Представьтесь, будь ласка. Когда меня зазули, ты киевлянин. Представьтесь, будь ласка. Пойди зазули набрать, слушай, блядь. Сейчас ты позвонит это воду. Удостоверение предъяви. Давайте, будь ласка. Удостоверение, говорю, предъяви. Будь ласка, назвай. Удостоверение предъяви. Что вам сейчас предъявить? 18.3. Выполни, пожалуйста. Представьтесь, будь ласка. Родион Сергей Иванович, доволен? Что вам потребно? Удостоверение твое. Будь ласка. Зачем вы делаете аварийную ситуацию? Никто не... Дивіться, у нас есть сопроводжение. Какое сопроводжение? Все стали курить. Слушай, будь ласка, знайомтеся. Не знімайте. Знайомтеся, будь ласка, я вам... Слушай, Євдоха що сказав? Євдоха що сказав? Ознайомлюйтесь. Євдоха що сказав? Євдоха що сказав? Ознайомлюйтесь, будь ласка. Радушнюк Дмитро Олександрович, старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП в місті Борисполь. Скажіть, будь ласка, зачем ви ділили аварійну ситуацію? Ніхто не робив, пане Вадим. А як, що ви зробили? Об'ясніть, які ваші дії? Є супроводження даного транспорту. Откуда я можу понять, що це супроводження? Этот бус був від вас метрів за 100. Ні. У мене є відеорегістратор, слушай. У мене є відеорегістратор. Мене зовут Сергій, що я сказав. Сергій Іванович, так. Сергій Іванович, будь ласка, дивіться. У нас є розрахований автомобіль, який дає змогу даному автомобілю проїжджати безперешкодно. Це вас цікавило? Чи що нет, вас цікавило? Ні, зачем ти зробив аварійну ситуацію? Ви, аварійна ситуація? 20 км, слушай, 20 км отсюда ви стояли там курили. На розвороті. Ви стояли курили. Я даже этого буса там не было и близко. Был этот, да, этот докер Сырева. Или как он был. Сырева. И был ваш Prius. Я вижу, вы едете, я вас пропускаю, выезжаю на обгон, на опережение, и вы валите по тормозам. На обгон чего? Опережение. Выпережение чего? Газелька, которая ехала перед тобой, по-моему, газелька. Ну. Саиды? Вы так больше не делаете. Ну. Не добро, так точно. Клоуны, блядь. Иди давай газуй, слушай, мы там, блядь.